Летом молодежный парк «Славянска» на Кубани никогда не пустует. Здесь каждую неделю для жителей самых разных возрастов проводят творческие мероприятия. Одно из них – музыкальная викторина «Угадай мелодию». Песни из разных лет с удовольствием угадывали и напевали не только дети, но и взрослые. Подробности в следующем материале выпуска. Лето у славянских детей проходит не только весело, но и музыкально. На игру «Угадай мелодию» пришли ребята с детских дворовых площадок. Им необходимо было быстрее других угадать песни на выбранную тему. Тем было 5 – «Цветы», «В тренде», «Летняя дискотека», «Времена года» и «Песни из мультфильмов». «Цветы 40» – сразу по-сложному пошли. «Голубой» – «Голубой» подняли первые. «Алые розы» – Пугачёва поёт. Правильно, давай теперь послушаем. «Миллионы, миллионы, миллионы алых роз». Звучали песни самых разных лет, и если мелодии современности ребята угадывали буквально с первой ноты, то вот с песнями 80-х-90-х годов иногда возникали трудности. Но тогда на помощь детям приходили взрослые, которые тоже с удовольствием приняли участие в игре. Городские цветы! А правильно! За каждый правильный ответ ребята получали баллы, которые суммировались. В итоге больше всего баллов набрала команда «Смешарики». Победителем нашей сегодняшней викторины музыкальной «Угадай мелодию» стала команда юных коммунаров 70 «Смешарики». 540 баллов. Самая музыкальная команда. А знаете почему? Потому что у них в команде есть люди, которые играют на гитаре и отлично поют. Поэтому невозможно в такой команде проиграть. Вы молодцы. Поздравляем вас. Игра далась, в принципе, легко, потому что мы все знаем молодежные песни и даже песни 90-х знаем. Даже дети нас знают. Вот. Играем на гитаре, постоянно поем, участвуем в различных конкурсах тоже музыкальных. Поэтому как бы опыт есть и все легко дается. Командам, занявшим призовые места, были вручены памятные подарки. Но несмотря на результат музыкального состязания, конкурс ребятам подарил незабываемые эмоции. Мне все очень понравилось, конкурсы были очень интересные. Многие песни мы не угадали, но были и песни, которые мы знали. Вся команда принимала активное участие. Я рада за победителей и вообще за всех участвующих. Анна Монастыренко, Игорь Ванчугов, программа «События».